Йоу, Фридрих, уличные псы снова с тобой. Как тебя валило вот этой Стейси Милф? Смогла ли она растопить твое беспристрастное сердечко или всего лишь легонько растеребила свою теребилку? Привет Баряну, Черепу и всем пацанам из Невдубстроя. Спасибо, значит, я посмотрю. Посиди, сиди со мною, седина, седина. Ну, тут на газу зато. Серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла, я бы так же не смогла. Ты же будешь писать мне письма, скажи, ты будешь писать мне письма. Дай докурю, дай добью за тобой, сопротивление бессмысленно. Зачем я отпустил руку твою, зачем, скажи, там, где окончен спектакль реально. Зачем этот дед сделал бэку, зачем? То есть она так мелодекламирует, декларирует так... Как-то мелодекламация, да, мелодекларация. Короче, что-то... Ну, это звучит более-менее, какой-то дикой фальш нет, какие-то есть даже нотки проскакивают, но зачем дед ждал, ждал и взял... Зачем, скажи, там, где окончен спектакль, реальное начинается же одного, но одна, а за окном луна. Сопротивление бессмысленно, зачем я... Ну, тоже такой полубазар. Но, в принципе, то, что она низкая, голос прокуренный, звучит в целом более-менее нормально. Потехи, как, допустим, у Метролиш точно не вызывает.